кратким обзором новостей за неделю. Студия Slavic Family. С вами Денис Корягин. Специально для Доброго Радио. Традиционный военный парад в честь 68-й годовщины победы над нацистской Германией прошел на Красной площади в Москве. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз не позволили фашистам завладеть миром, заявил на открытии парада российский президент Владимир Путин. Мы сделаем все для укрепления безопасности на планете. Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов. Май 1943 года летчик-истребитель-штурман 263-го ЯП капитан Виктор Попов вышел из столовой с чашкой чая в руках и сел на скамейку. На гимнастерке у капитана Попова медаль за отвагу и два ордена боевого красного знамени. Все три награды он получил за 2,5 месяца боев лета 1942 года. Это комментарии к одной из фотографий времен войны в очерке Алексея Поляковского на сайте новая-газета.ру. «Победить и выжить» – статья на сайте «Голос Армении», посвященная участию народа бывшей республики СССР в войне против фашистского захватчика. На фронтах Великой Отечественной войны погибло немногим более 300 тысяч советских армян. Для армянского народа, менее одного поколения назад пережившего геноцид в Османской Турции и Азербайджанской республике, это страшная цифра. Для сравнения, в той же войне Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми 291,5 тысячи человек, говорится на сайте «Голос Армении». Нашему народу пришлось перетерпеть и пройти через очень много испытаний, страданий, гонений и истреблений. Недавно мы отмечали 98-летие геноцида армян. Это был очень такой кризис, было очень кризисное время после землетрясения. В 1988 году все знают, что в Армении было такое землетрясение, и были наихудшие времена для Армении. Света не было, газа не было, хлеба не было, ничего не было. Для нас был вопрос насущный хлеб. Для нас было роскошью выпить чашку кофе. Дошло до того, что я узнал, я догадался, что есть некто, кто управляет мной. Какое-то зло, которое управляет мной. И начал я избивать жену свою. И не давал ей ни сна, ни отдыха, ничего. По ночам даже я ее избивал. На сайте slavicfamily.org интервью с пастором из Армении Арменом Гаспаряном, который рассказал нам о том, как живет сейчас народ Армении, а также Армен поделился своим удивительным свидетельством освобождения из плена тьмы. Еще одна годовщина на этой неделе. Годовщина митингов российской оппозиции на Болотной площади. Борис Акунин, русский писатель и общественный деятель, заявил, что если уголовные дела по Болотному делу закончатся тюремным заключением, то это будет означать, что Россия стала тоталитарным государством, и призвал известных людей задуматься о своей роли в этой ситуации. Ни один порядочный человек с таким государством сотрудничать не может и не должен. Это называется уже не сотрудничеством, это называется позорным словом коллаборационизм. Уважаемые мэтры, пожалуйста, знайте, что каждый раз, когда вы окажетесь на телеэкране в одном кадре с диктатором, это будет означать, что вы поддерживаете диктатуру. Каждый раз, когда вы будете получать из рук диктатора награду, даже заслуженную, это будет означать, что из-за вас люди в тюрьме будут сидеть дольше. Алексей Навальный, лидер оппозиции, на которого заведено 6 уголовных дел после его участия как лидера движения оппозиции митинга на Болотной площади зимой 2012 года, вышел перед собравшимися 6 мая с женой. Пройдясь по сегодняшней Москве, сразу все понятно. Понятно, что на улице вышло что-то огромное, мощное и кому-то страшное. Я часть этого огромного и страшного. Я его не боюсь. Это огромное, это народ. Это мы все, которые вышли сегодня на улицу.
Но кто-то боится. Вот там, через речку, сюда внимательно смотрят маленькие глаза-бусинки. Маленькие подвижные носики вынюхивают, что же может произойти. А что-то рано или поздно произойдет. Эти люди по-своему что-то любят в России, в нашей стране. Они любят нефть. Они любят газ. Они любят огромные предприятия, оставшиеся от Советского Союза. Владислав Сурков, занимавший пост вице-премьера и руководителя аппарата правительства России, освобожден от должности по собственному желанию. Владимир, после ваших слов, честно говоря, подготовленный мной обзорный доклад по выполнению поручений и указов президента, почти теряет смысл, да, потому что детальные, на мой взгляд, абсолютно справедливые оценки даны. Я все-таки хотел бы, понимая прекрасно, что бумажка – это всего лишь бумажка, но отметить, что с точки зрения формальной дисциплины, то есть своевременности подачи докладов, все-таки правительство работает. Заявление об отставке он подал после совещания по майским указам президента Путина. Сам Сурков на совещании признал, что реализация многих поручений президента не может быть признано удовлетворительной. Главарь террористической исламистской организации Джебхат ан-Нусра 8 мая получил ранение в пригороде Дамаска, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на сирийского правозащитника в Лондоне. Ранее, 8 марта этого года, сирийские СМИ уже сообщали о гибели Аль-Джулани, однако это сообщение впоследствии было опровергнуто. Джебхат ан-Нусра включена в Соединенных Штатах в список террористических организаций. В марте 2013 года представители группировки открыто объявили о своих связях с Аль-Каидой. Россия до конца года продаст Сирии системы ПВО С-300. Израиль предупредил США, что Россия неизбежно продаст Сирии современные средства противовоздушной обороны, которые значительно повысят способности Башара Асада предотвратить внешнее вмешательство в гражданскую войну. Источники газеты The Wall Street Journal в Вашингтоне сообщили, что США анализируют информацию Израиля о предстоящей продаже Сирии российских ракетных комплексов «Земля-воздух» С-300. А в посольстве России в Вашингтоне на вопрос газеты о продаже С-300 заявили, что не имеют права комментировать вопросы продаж российского оружия и сделок России с другими странами. И о погоде. В Сиэтле в пятницу 83 градуса, небольшая облачность. Облачно, в субботу 81 градус и в воскресенье дождь 68 градусов. В Портленде в пятницу 85 градусов, небольшая облачность. 82 градуса в субботу и 67 в воскресенье дождь. Это был краткий обзор новостей за неделю с Денисом Корягиным. Студия Slavic Family специально для Доброго радио. Об этих и других новостях, а также новые видеопрограммы вы можете посмотреть на нашем сайте slavicfamily.org и можете написать также на наш электронный адрес info@slavicfamily.org.